Доброго всем дня. Еще раз вот спросили у меня зрители, окуневый канал, привет вам. Про малину, можно ли гусей пускать в малинник, в ремонтантную, да в любую. Вот тут ежевика бесшипная, вот здесь вот. Вот малина. Здесь были куры и гуси ходят, ну, особого вреда я не вижу. Чтобы гуси тут прямо уж ее клевали. Но вот эти нижние ветки алыча, они склевывают листья, иногда обдирают кору. И вот особо ценные здесь вот лимонник дальневосточный, вот это. Мы с женой защитили сеткой, поскольку могут долбить кору, склевывать листья нижние. Здесь жимолость, они, ну, нижние листья немножко могут пощипать. Но если им понравится какая-нибудь веточка либо ствол, они могут до основания прямо конкретно погрызть гуси. Вот они любят пеньки вот эти щипать. Вот видите, как выдалбливают пень прямо в ноль. Им, может, этой не хватает чего-то в организме, не знаю. Не орнитолог. Так особо в тему не вдавался, но они любят долбить клювами. То ли у них эти клювы растут, чешутся, то ли не хватает им древесных вот этих вот каких-то веществ. Кроме травы, ну, листья едят, да. Но, повторюсь, по малине особого вреда они не принесли. Мы ее не загораживали. Еще даже не убирали сухостой. А куры здесь хорошо травку вычистили всю. Тут порылись они капитально. Вот эту траву убрать. Ну, до всего руки не доходят, конечно. Все равно что-то остается. Так что можно попробовать запустить гусей в ремонтантную. Что оно будет? Да, малина, она автоматом везде растет. Ну да, уход нужен, но особо мы не... Она всегда урожай приносит большой, очень большой. Надеюсь, ответил на вопрос. Всем добра, всем блага.